Несколько лет назад на наших экранах вышел трешовенький фильм с Николасом Кейджем под названием «Страна чудес Вилли». Так вот, по этому фильму вышла неожиданная игра. Всем привет, друзья, с вами Анидзука, и сегодня мы поиграем в это чудо под названием «Страна чудес Вилли» с Николасом Кейджем в главной роли, хотя, скорее всего, нет, потому что здесь главный герой не очень-то похож на Николаса Кейджа. Фильм сам трэшовый, да, был, но запомнился именно не героем Ник Кейджа, потому что он там весь фильм ни слова не проронил, такой молчаливый, крутой персонаж, который месил этих кукол, там этих механических игрушек, вот этих вот, которые всех убивали. Вот, и какая-то девушка там тоже была, я уже плохо помню. Я помню, что там все было плохо, кроме самого Ника Кейджа. Так вот, кстати, да, ребят, если смотрели этот фильм, напишите, как вам он запомнился. Давайте играть в это дело. Так. Тут у нас вот первый уровень. Я уже успел поиграть, чтобы, ну, как бы, вот что-то вам показать. Тут какие-то помехи появляются, как будто бы. Ладно, давайте смотреть. Ну, в общем, это вот такой beat'em up. Чисто beat'em up. Можно ходить не сверх. Странная такая графика. Персонаж вообще ни на Ника Кейджа нисколько не похож, по-моему. Ну, не знаю. Сходства вообще не нахожу. Значит, есть удар рукой, есть удар ногой, есть прыжок, есть спешл вот такой вот на кнопку B, есть спешл на RB. И блок еще на отдельную кнопку. Играет какая-то музычка, звуков каких-то особо сильных тут нет в игре. Как, ну, ощущение, что это как будто что-то сделанное на коленке одним игроком, но... Ну, одним с этим разработчиком, так сказать. Но нет, вроде как бы в титрах там довольно много разработчиков. Но выглядит не менее трэшово, чем сам фильм. А даже наверное, более трэшово. Так, что тут я что-то взял. В общем, ходим по кафешке. Деремся с какими-то непонятными животными. Они даже не похожи на тех кукол, в принципе, да, что в фильме. Я, честно говоря, уже плохо помню... Что там было конкретно? Да, это какие-то люди в масках же, да? А, там, наверное, были какие-то группировки каких-то грабителей, типа того, подростки-грабители переодеты, может быть, там были. Вот эти куклы, да, на фоне стоят, которые там, типа, песенки пели и ходили, всех убивали. Ну, типа, вообще, по идее, это закос под этот, ночь, пять ночей Фредди, да? Такое ощущение, что закос под него. В общем, я не знаю, откуда изначально вообще взялась эта «Страна чудес Вилли». Может быть, для фильма что-то был, какой-то комикс. Если вы в курсе, ребят, пишите в комментах. А может, это просто реально плагиат под «Пять ночей Фредди» чисто сделанный. В общем, тем не менее, фильм был даже немного популярен за счет Николаса Кейджа. И стилистики, так сказать. Но актеры остальные были очень плохи там. Постановка была тоже дерьмовенькая. Ну, ради Ника Кейджа можно и посмотреть. Немного мне это напоминает игры по сериалу Cobra Kai, кстати. По качеству. Интересно, будет ли в дальнейшем какое-нибудь оружие, потому что... Ну, в фильме он там что-то подбирал, там чем-то их бил, там шваброй, по-моему. А здесь просто голые кулаки пока что у нас. Страус появился, смотрите, кукла. Страус. Оззи Острич. Давайте его ультанем. Ураганчиком. Да, есть же блок, если что. О, он набегался. Ой-ой-ой. Так, ты что творишь, страус? О, кто сквозь блок пробивает. Блок-то вообще... Польза-то от блока есть ли какая-то вообще здесь? Все, страус скончался. Кстати, я не пойму, что это за три буквы run, бег.
То есть видите, где жизни персонажа, там вот прием кнопку B, прием кнопку RB, и типа три зеленых шарика, и написано как будто, а, фан или ран, я не пойму. Фан, что ли? Фан. Веселье. Может, для чего они? Что-то они означают? Может, это что-то надо набрать, чтобы они засветились. Так, вот тут выход. Да, нам сюда. Опа, он просто растворился перед дверью. Он, да, они даже не стали запариваться с анимациями открывания дверей. То есть, это просто. Это напоминает игры типа из этого. Самопальные игры, так сказать, из. Ух ты, вырубили меня, да? Две жизни у меня осталось. А почему? Блин, он. А что это такое? А, слушайте, правда, что-то загорается. Ай. А, ран это. Ой, фан это. Прием на кнопку B, что ли, я не пойму. Так, ладно, в общем, разберемся. Как же это называлось? Мы частенько делали стримы на PlayStation. Игра, в которой ты можешь свои игры создавать. Вот это по качеству напоминает то самое. Вот из головы вылетело, как называется. Так, это, видимо, выйти в меню, это переиграть, это дальше, да? Давайте пойдем дальше. Следующий уровень. Ну, крокодил Гена. Значит, скоро Чебурашка попадется. Оп, ты еще. А, его, кстати, зовут Арти. А, вспомнил, Dreams это называлось, PlayStation Dreams. Как я мог забыть? Там было полно похожего качества игр. Но это делали сами игроки, типа, да. А тут как бы что-то. А это уже разработчики. Вообще, издательство Cubite, оно, которое эту игру издает, оно, в принципе, у них много всякого ретро выходит, сборников. И бывают битэмапы, кстати, были неплохие битэмапы, попадались мне. Были видео на канале, но вот это что-то какой-то трешак. Я, в принципе, так и думал. То есть, меня он заинтересовал. Конечно, мы на канале любим битэмапы, во-первых, да? Во-вторых, меня он заинтересовал, потому что он все-таки по этому фильму сделан. Поэтому я решил попробовать. Но я уже, в принципе, по скринам чувствовал, что это будет отстой. Тут, блин. Крокодил прифигел. Так, вот сейчас меня прибили, у меня жизнь закончилась, у меня надпись «Фан» перестала светиться. Вот что эта надпись означает? На что она влияет? Сейчас мы побили, да, две буквы у нас светятся. FU. Ай-ай-ай. Что это? Что он убить-то сразу не может? Ой, у меня еще одна жизнь закончилась. Живучий крокодил с этим страусом. Так, минус страус. Да что ж ты? А!
Да твою же налево. Он все еще встает. Это аллигатор, кстати, у нас. Арти-аллигатор. Это был просто арти, теперь арти-аллигатор. Жизни-то потихоньку заканчиваются. Опа, он в окно сейчас вылез, смотрите, да, решетка хотя бы пропала, а там дверь не открывалась. Так, жизни, да, в этих, ага. Может быть, мы какой-то еще супер прием можем на самом деле сделать. Во. Что сейчас было? Нет, это не то. Фея какая-то попалась. Да, там какая-то тоже фея вроде бы была, да. Самая еще фиговая игра не обучает своим механикам. Вначале обычно сейчас в каждом битэмапе. Вначале показывают тебе или где-то отдельно. Какие есть специальные обилки у персонажа. Ну, то есть, может быть, он что-то реально может какие-то комбо делать. Но мы об этом не знаем. То есть я посмотрел управление, там, ну, там расписано, да, кнопка Б удар, РБ удар, вот это все. Ух ты, блин. И все, как бы, вот просто раскладка расписана. А какие-то специальные обилки, может быть, что-то реально есть, что не расписано, я не знаю. Смотреть негде. Но вот для чего-то ж набираются три буквы сверху. Вот они сейчас набраны, фан, может быть, оно что-то должно делать. Но... Да, не знаю. Думал, противник, какой-то зомби Джеймс появился у нас. Бочку не разбить. Еще какое-то управление, все такое очень заторможенное. Как-то медленно блок нажимает. Блин, они сбили мою ульту. Это вообще нормально? Сбивают, да-да. Ну, ёлы-пал. Да, как будто вроде какие-то комбо есть. Тут лучше не мешкать, когда тут крокодилы, страусы, зомби.
На тебя нападают. Ух ты, блин. Наглый страусеныш. О, тут еще и черепахи. Тито. Черепаха Тито. А как же все так тупо сделано, медленно. Импакта почти нету. Звуки какие-то тоже недоделанные, как будто. Так, черепахи расправились. Вот там дальше вот пройти не дают. Побить свою первую черепашку. Опа! И обратно. Это была, то есть, крыша этого заведения. Так, какой-то рыцарь появился. Найти, рыцарь. То есть, это еще один босс получается. У нас сразу два босса подряд. Самое фиговое, что тут мне не дают подлечиться. У нас две жизни, да? Пол хп мы у него сняли, но этого мало. Так, у нас одна жизнь. Странные удары. Странные хитбоксы. После вставания персонаж какое-то время просто ничего не может делать. Прошли еще один уровень. Да. О, там какие-то дроны появились. Главное, нам не появилось оружие какого-то, да? Зомби Донна, зашибись. Все, дрон взорвался. Угу. Ну хоть что-то непривычное. Так, враги просто появились из воздуха. Какая же игра неповоротливая, просто капец. Кстати, каждый раз я гляжу жизни в уровне возвращаю, да? То есть каждый раз ты начинаешь тремя жизнями. Блин, просто в наглую, просто они вот прям респаунятся. Они не то, что стоят, ждут, они просто появляются в воздухе. Так, ладно, давайте мы вот что еще взглянем. Пока что все это, конечно, очень отстойно выглядит и играется. Тут есть еще же другая героиня. Так, это вот этот уровень, на котором мы остановились, получается. А всего получается, так, 7 уровней. Я помню, что была там эта девчонка, но кто она там? Ну, она какая-то родственница была Николаса Кейджа или нет? Скорее всего, нет. Ух ты. Ну так-то вроде тут геймплея разницы особо нет.
также бьет ногами, руками. Тут заколебает. Тут какие-то враги вот эти неприятные. Почему это какая-то зомби? Почему она зомби? Зомби альфа, блин. Суперка та же самая. То есть, по сути, просто рескин. Один и тот же персонаж. У них не отличаются абилки, я не вижу разницы. Блин. Также неудобно управлять немножко, какое-то такое какое-то кляклое управление. Не сразу реагирует героиня. Да, какой-то изюминки нет в игре. Просто слева направо, без каких-то интересных фишек, которые нужны битэмапам. Ну, видно, что сделано на коленке как-то, как будто. Вот тут вообще есть титры, и вот тут как бы народ-то, смотрите, не так-то мало, да? Программисты, художники по качеству, маркетинг, продюсер. Ну, в общем, программисты и художники, я думаю, главные тут, да? Остальные-то уже занимаются там чем-то другим. Ну, в общем, да. Как и ожидалось, в принципе, ничего другого не ожидалось. Игра, конечно, отстой. И проходить ее особо-то и не хочется. Но стоило взглянуть и вам показать, правильно, ребят? Чтобы вы знали, что это такое. Ну и как бы, кто фанатеет фильмом, наверное, захочется попробовать такое дело. Я не рекомендую, мне не зашло. Как вам, ребят, пишите в комментариях ваше мнение. Не забывайте ставить лайки, если вам нравится видеть новинки на нашем канале. А на этом у меня все. С вами был Анидзука. До новых встреч!